К другим темам. Якутяне примут участие в национальном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» в Москве. Сегодня в Якутске определились 15 победителей конкурса среди людей с инвалидностью, которые и представят республику. На чемпионате собрались повара, портные и бухгалтеры с разных районов Якутии. Всего 23 человека. Международное движение «Обилимпикс» уже много лет собирает лучших по профессии среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Россия к организации присоединилась всего 2 года назад, а вот в республике чемпионат прошел впервые. Было тяжело и неинтересно, главное. Самое главное, это было интересно. Для меня это опыт, опять же. Это для меня что-то новое. Радость.